Минсельхоз Казахстана планирует обновить изношенную технику, а еще модернизировать 80 старых заводов по переработке сырья и столько же построить новых. Сейчас в Казахстане срок эксплуатации половины тракторов и комбайнов превышает 17 лет. Использование изношенной техники приводит к увеличению затрат на ремонт и ГСМ в среднем на 20%. И главное, к недополучению порядка 14% валового сбора или порядка 200 миллиардов тенге. При этом 20 отечественных производителей сельхозтехники загружены не выше 30%, а импорт более чем в два раза преобладает над производством. Изменить ситуацию должна программа льготного кредитования. Фермеры смогут получить деньги на закупку техники под 5% годовых. На эти цели правительство намерено направить около 650 миллионов долларов.